деньги. Они как люди. Любят места, где водятся другие деньги. И иногда они даже друг другу липнут. Когда они слипаются, получаются большие деньги. У больших денег часто бывает друг с другом война. Все эти денежки, они дерутся за рынок. А рынок – это такое место, где денежки растут и падают. Потому что если денежки не пускать на рынок, то они навсегда останутся маленькими. Вот они и дерутся. Все же хотят поскорее вырасти. Когда идет такая война, то говорят, что очень много денег пускают в расход. Но некоторые денежки знают такие места, где можно спрятаться. Они там сохраняются и даже приумножаются. –